сегодня мы занимаемся землей. Значит, тема у нас сегодня такая. Почему, собственно говоря, земля имеет вот такую форму? А форма земли называется геоидом. А геоид от слова гео. Ну, это значит, земля имеет форму земли, грубо так, если перевести. Вот геоид, это, собственно говоря, означает форма земли. Значит, земля имеет таким образом форму земли. Но на самом деле эта форма земли, она немножко необычна. Значит, если все небесные тела, вращаясь, в силу центробежной силы, так сказать, немножко, так сказать, раздувает свой экваториальный радиус, и, значит, это самое, сплюскивает немножко по полюсам, все это дело, должны так быть. Ну, поскольку все-таки тело такое жидковатое, то, значит, вот такая вещь. То Земля, в отличие от этого, имеет некоторые свои особенности. Эти свои особенности... Прошу прощения, вы не Заболовская? Нет. Еще пока нет, да? Ну, значит, потому что должна подойти Заболовская, и, значит, тогда наша программа чуть-чуть изменится. Ну, не подошла, значит, подошла. Вот, то Земля имеет некоторые особенности. К великому сожалению, значит, у меня нет соответствующего плаката, а все, что я должен говорить, изображено вот здесь, на обложке. Вот здесь, вот это. Ну, поэтому я там немножко порисую. Да. У вас тут здесь вот не изображено поглощение Земли. Я сейчас скажу. Вот, значит, дело заключается в следующем. В чем заключаются особенности Земли? Это не означает, что у других планет нет таких особенностей, но мы их знаем плохо, потому что, вообще говоря, речь идет о не очень больших изменениях. Например, Земля как геоид, если рассматривать ее относительно экватора, имеет превышение севера над югом на 400 метров. Что и заставляет ее считать, так сказать, неполным эллипсоидом, который сочинил в свое время Красовский. А все-таки вот такой грушей. Она вытянута к северу, это установлено точно. Вытянута ли настолько же, скажем, допустим, планеты, там типа Марса, там еще что-нибудь, это пока, так сказать, только не установлено. Ну, слишком небольшая величина. Вот, значит, 400 метров. Тем не менее, для Земли это установлено точно. На Земле имеется на севере ледовитый океан. Отточника на юге имеется Антарктида. Ледовый материк. Дальше. Если собрать все материки и старые донные структуры вместе и сложить их, то получается не Гондвана, как нам пишут в учебниках, а маленький шар, потому что замыкание со всех сторон. Этому вопросу, как я уже говорил не раз, посвящены были минимум 5 международных конференций в Австралии, которые так и назывались «Расширяющаяся Земля». И в книжке Кэрри, которая на русский язык переведена, но на английском, в английском варианте, на обложке, был изображен большой глобус, а в середине маленький шар. А глобус сегодняшний прозрачный, а внутри тот же самый глобус, только все материки вот так. Значит, в русском переводе, к сожалению, эту картинку не изобразили, что большая глупость, потому что сразу дает, так сказать, наглядное представление обо всем этом деле. Вот. Значит, поэтому Земля пухнет, Земля расширяется, скорость ее расширения примерно 0,5-0,6 миллиметров в год по радиусу. Вот, значит, в среднем. Ну и, значит, вот она продолжает это дело пухнуть. Значит, свидетельством этому является в том числе монотонное и неуклонное замедление ее вращения на доли микросекунды в сутки. Но это тоже известно. Замедляется по маленьку. Что вполне объясняется тем, что набирает Земля массу, увеличивает массу, соответственно, увеличивает радиус, ну и, соответственно, в силу постоянного момента количества движения, она замедляет свою скорость вращения. Тут все на месте. Откуда Земля берет эту массу? Значит, вот Земля состоит из эфира, ну, в виде протонов, там всего прочего. Вокруг она окружена эфиром же. Значит, плотность эфира вокруг земном пространстве нам хорошо известна сегодня, с погрешностью менее 1%. Она равна 8,85 на 10 минус 12 килограмм на кубический метр, что и есть диэлектрическая проницаемость. Значит, килограмм на кубический метр соответствует точненько, значит, от фарада на метр. Вот, значит, ну и различные, так сказать, явления, так сказать, очень прекрасно численно укладываются в это дело. Вообще, уже в общей эфиродинамике, вот первое издание, и сейчас во втором издании, достаточно много численных расчетов с разных сторон, ведущих все очень в одно место. Укладывается очень неплохо все. И все соответствует друг другу.
Значит, показано, в частности, что вот этот слой при приближении к Земле растет по, так сказать, вот в идеальном направлении, потому что, значит, эта часть ускоряется быстрее, чем вот эта часть. Одновременно сокращается площадь этой сферы, которая падает в Землю. Ну вот, и, значит, объем ее оказывается постоянный. Вот здесь показано. Это означает, что она падает, этот слой эфира падает в Землю без адиабатических изменений, то есть как твердое тело, которое идет из бесконечности на Землю. Это и есть вторая космическая скорость. С учетом того, что мы вторую космическую скорость знаем сегодня, плотность мы знаем, мы таким образом знаем ежесекундное увеличение массы Земли. И это совершенно исключительно замечательно укладывается в общий возраст Земли. Значит, получается так, что Земля раскололась, если считать постоянное времени, вот на всем этом времени постоянно, это, конечно, не так, но первое приближение, то Земля раскололась примерно 3,75-4 миллиарда лет тому назад. Что, в общем, вполне, так сказать, нам годится с точки зрения геологии. Хотя, конечно, так сказать, постоянное время менялось, потому что, ну, просто Земля менялась. Вот этот момент. Значит, это связано значит, с вопросами гравитации, о которых мы говорили. Значит, то, что в Землю входит, частично преобразуется в вещество. Это вещество, по крайней мере, вылезает вот в виде единой системы рифтовых хребтов, где, значит, порода моложе, чем морское дно, а морское дно моложе, чем континенты, существенно. Вот оттуда порода вылезает. Морское дно раздвигается, и все эти явления, в общем, сегодня хорошо известны. Вот. Это тоже все находится в полном соответствии, так сказать, вот, и в численных оценках друг к другу. Вот это одна сторона Земли. Ну и вторая сторона. Дело в том, что давно, еще Микельсоном, и еще даже в 1881 году, когда было заявлено, что Микельсон, проведя свой эксперимент, не обнаружил эфирного ветра, сие есть ложь. Даже в самом первом своем эксперименте Микельсон получил нечто неопределенное, которое было, безусловно, меньше того эфирного ветра, который ожидался, но, тем не менее, так сказать, показания были. А затем, последующими работами, эфирный ветер был обнаружен, целая серия работ, я о них специально докладывал. Вот эти все, значит, все статьи на эту тему разысканы по разным библиотекам, переведены и вот изданы. И поэтому сегодня, так сказать, советские читатели, русские читатели, может уже, так сказать, ознакомиться со всеми этими работами от Микельсона до Таллеса. Здесь 20 статей. Вот. Происхождение этого эфирного ветра следующее. Вот, как мы говорили, по-моему, или позапрошлый раз. Значит, струи эфира сталкиваются в ядре галактики. Эти струи эфира мы наблюдаем в виде магнитного поля 10 микрогаусс. 8-10 микрогаусс. Значит, эфир движется вот таким образом. Здесь, а вот здесь меняет шаг, ну как в ванной, значит, вот идет кручение, а потом уходит, значит, туда, в дырку. Ну вот дырка является здесь вот эта область ядра, в которой струи эфира сталкиваются. В результате столкновения образуются протоны. Идет непрерывное уменьшение объемов, уплотнение вот, эфира в этих самых протонах. В результате образуется протонный газ, значит, протоны вокруг себя сами создают себе электронную оболочку в виде присоединенной ветви. Получается протонный водородный газ, который во все стороны излучается здесь. Это обнаружено Бюроканской обсерватории Амбруцумяном. Значит, из излучаемого газа составляет примерно 1,5 Солнца в год. Значит, и из этого газа формируются звезды, звезды двигаются, значит, сюда-обратно. Вот, значит, здесь к этому времени протон успевает потерять энергию, начинает пухнуть, значит, и в конце концов разваливается, давление здесь повышается, эфир идет обратно, таким образом вот мы имеем предел спиральной галактики, круговорот эфира. Она может крутиться сколько угодно времени, значит, энтропийные дела здесь все в порядке, они ходили от всего, вот, но, значит, до тех пор, пока, скажем, соседняя галактика не отсосет эфир, ну и здесь начинается обмен, об этом мы тоже говорили. Если бы останется время, сегодня немножко об этом поговорим еще. Но здесь фокус вот в чем. Значит, когда вот такой спиральный рукав, значит, здесь идет кручение так, идет вот, вот такое, скажем, идет кручение, и потихонечку уходит туда, а там, вот здесь показано это дело, а там меняется шаг. И когда звезда попадает вот в этот спиральный рукав, Солнце,
то она попадает в градиентный поток эфира, в градиентный поток, и этим градиентным потоком начинает раскручиваться. Значит, в результате идет гравитационное сжатие, одновременно идет раскручивание поверхности слоев. С какого-то момента, в соответствии с гипотезой Джинса, значит, выскакивают капли, которые распадаются на планеты. Эфирный ветер, благодаря тому же градиенту, начинает подкручивать. И отсюда объяснение того, почему планеты несут в себе 98% орбитального момента. Потому что других объяснений просто нет. Для Солнечной системы сегодня это полная загадка. Почему 99,8% массы сидит в Солнце, а 98% орбитального момента сидит в планетах. Ну вот здесь механизм простенький, значит, у нас виден. Но через определенное время, а Солнце продолжает двигаться, так как и все звезды, вот здесь, сюда. Она ее затаскивает, значит, вот в стенки этого спирального рукава. Здесь звезд нет, почти нет. Вот, потому что все утаскивается в спирали вот сюда, здесь пониженное давление. Ну, или знаете, как это самое, когда шарик металлический лежит на струе, вот струя бьет снизу, а вот здесь лежит металлический шарик. Вот, он не падает, его поддерживает струя, но вытащить его отсюда невозможно, потому что стоит только вам его вытолкнуть сюда, его обратно втягивать в струю. Потому что здесь на градиенте давление падает, а значит, с этой стороны, так сказать, давление нормальное. И, короче говоря, он так и будет возить на струе, так висеть. Очень эффектная такая штука. Ее часто показывают. Вот, вот примерно то же самое происходит здесь. Значит, звезды, планеты, все будет затянуто вот сюда. И вот она, значит, Солнечная система движется вот отсюда сюда. Потихонечку теряет свою энергию. И самое интересное то, что если вот здесь поток эфирного ветра идет вот в этом направлении, то здесь она идет поперек. Вот как вам, вот так идет. А потом, значит, вот меняется, уже приходит туда. И получается так, что в начальном вот каком этапе Солнце раскручивается, планета образуется, планета получает орбитальный дополнительный момент, а потом, и они так продолжают сюда двигаться, но направление эфирного ветра меняется. И теперь эфирный ветер, вот там, где мы сейчас с вами находимся, бьет нам со стороны севера, значит, 26 градусов от полюса мира, что было обнаружено работами Миллера, Дейтона Кларенса Миллера, двумя помощниками Писом и Пирса, на горе Маунт-Вилсон в Калифорнии, значит, который проделал гигантскую работу с 1921 по 1925 года. В 1929 году Микельсон, в 1920, помощники Микельсона. Да, я ошибся. Группа Миллера и помощники его мне неизвестны. Там была группа, большая группа, была проделана колоссальная работа, но после того, как Миллер завершил эту работу, Микельсон проснулся. И решил снова повторить эксперимент на той же самой горе Маунт-Вилсон. Значит, построил фундаментальный дом, в отличие от легкого домика Миллера. Значит, Миллер получил 10 километров в секунду скорость, и не орбитальное направление, как предполагалось, и как с самого начала искалось, а галактическое направление со стороны звезды Зета, со звезды Дракона, оттуда. Вот такое направление. Значит, проделана колоссальная работа, значит, и только в 1925 году им было проделано более 100 тысяч отсчетов. Ну, я представляю, что где-то, значит, в лаборатории Маунт-Вилсон, в обсерватории, все эти отчеты лежат, потому что, значит, вот в своих, значит, вот статьях, которые вот здесь в книжке есть, он опубликовал, ну, только фрагменты, но общие итоги все дал. Вот, значит, а Микельсон построил фундаментальный дом и получил 6 километров в секунду эфирный ветер. Он написал об этом короткую статью, которая опубликована в третьем номере JOSA, Journal of Optical Society of America. Значит, я нашел эту статью, она небольшая, но дальше его два помощника, Пис и Пирсон, написали уже фундаментальную статью, которую тоже удалось разыскать, и она тоже здесь опубликована. Это уже, по-моему, 30-й даже. Вот, значит, то есть про эфирный ветер никаких нет сомнений, что эфирный ветер существует, эти исследования должны быть продолжены. Более того, значит, с 1990 года примерно в Харькове были начаты работы по исследованию радиолуча, зависимости радиолуча, скорости от метеоусловий. Они наткнулись на этот эфирный ветер, разыскали меня, значит, я туда съездил, значит, немножко поправил им методику, методологию, и в результате, значит, была завершена работа в 98-м, нет, значит, в 98-м уже была работа сделана, в прошлом году они
завершили, так сказать, обработку в первом приближении. И вот они издали, значит, во-первых, я показывал здесь академический журнал киевский, в котором, и вот я сделал отдельный выпуск их статьи, значит, ну, так сказать, для желающих. Вот, значит, ну, это просто один к одному того, что опубликовано в этом журнале, название другое. Там, но там уже слово «эфирный ветер» писал. Сейчас они продолжают обработку вот того, что они намерили дальше. Их данные совершенно совпадают с минеровскими данными 25-го года. Так что этот вопрос, можно сказать, так сказать, уже и не нуждается. То есть надо, конечно, дальше заниматься этим делом, потому что, скажем, харьковчане сидят на ровном месте, а Миллер сидел в калифорнийских хребтах. В результате харьковчане считают, что с азимутом на несколько градусов Миллер ошибся. То есть местные предметы, значит, так сказать, повлияли, что очень вероятно, но это означает, что эти работы должны быть, безусловно, продолжены, их надо выносить в космос, там и все прочее. Так вот, в результате того, что у нас Земля обдувается сверху, происходят следующие вещи. Ну, во-первых, Миллер, конечно, так же, как и Магельсон, абсолютно не поняли, почему с высотой, значит, эфирный ветер увеличивается. Все, собственно, видело. Значит, была тогда гипотеза о том, о частичном захвате, там, о том, о сём. Ну вот, но все дело заключается в том, что теории газовой динамики, как таковой, в те времена еще практически не было. Вообще, вот нам вот сегодня повезло в том смысле, что естествознание прошло минимум два этапа, абсолютно необходимых для создания эфирной динамики. В 60-е годы наколотили большое количество элементарных частиц, и сейчас даже перестали этим делом увлекаться. Но вот этих элементарных частиц наколотили от 200 до 2000, в зависимости от того, как считать. И сегодня уже никого не интересует открытие еще какой-нибудь очередной дежурной элементарной частицы. Ну, просто никто не знает, что с ним делать. Ну вот, значит, и второе, значит, за все эти годы, особенно в связи с созданием сверхзвуковой авиации, было очень большое внимание обращено на газовую динамику. И в связи с, с реактивными двигателями там, значит, ну, в общем, короче, подвинулось это дело несколько. И хотя в газовой динамике дырок на сегодняшний день чрезвычайно много, я могу о них говорить отдельно, тем не менее, все-таки они создали базу для того, чтобы, так сказать, вот со всем этим делом можно было разбираться и, по крайней мере, использовать известную уже зависимость газовой механики, а этому обоснование дано четкое, что это можно делать, ну, вот для определения всех этих параметров. И вот, в частности, существует такая книга Шлихтинга «Теория пограничных условий». Ну, для меня она просто настольная книга, хотя она, конечно, там математики всякой многовато, и она такая тяжеловатая. Но, тем не менее, вот Шлихтинг, это, по-моему, чуть не 14-е издание, значит, перевод с 14-го издания, или, может быть, с 13-го. Значит, Шлихтинг собрал достаточно много материалов, очень много эмпирики, значит, того, что можно у нас называется пограничным слоем. Причем там должен заметить, что теория пограничного слоя – дело вообще говоря, паршиво обстоит, так как и со многими вопросами газовой динамики. Но тем не менее. Вот эта картинка, вот эта картинка, где-то прямо ушли. Что если шар обдувается неким потоком, то, значит, вокруг образуется пограничный слой, который вот имеет примерно вот такую, значит, структуру. То есть по мере того, как он приближается сюда, вы уменьшаете высоту, то скорость его снижается. Надо сказать, что здесь, вообще говоря, интересное дело. Если бы у Земли не было атмосферы, то тогда весь пограничный слой занимал бы микрон. Эфир. Пограничный слой эфира занимал бы микроны буквально. Микроны. Потому что, значит, вязкость у него мала. Вот, достаточно мала. И при всех этих соотношениях, скоростях и так далее, это подается простому расчету. Все формулы есть. Он бы занимал, ну, в крайнем случае, доли миллиметра. Но у Земли есть атмосфера. И эта атмосфера распределена, как известно, по так называемой стандартной зависимости Лапласа. Ну, это условное, конечно, дело, но более-менее соответствует, по крайней мере, все высотомеры барометрические тарируются именно по этой кривой Лапласа. Вот. Я эту кривую страшно люблю, потому что я много лет занимался именно барометрическими высотомерами, и мне это дело до сих пор, так сказать, моему сердцу весьма близко и дорого. Там свои истории есть разнообразные, не всегда хорошие, но это другая сторона. Так вот, значит, там получается так, что эфир
попав в атмосферу, вернее, поток эфира попал в атмосферу, начинает тормозиться всеми молекулами гелия. А Земле то же самое. И пограничный этот слой, вот пограничный слой считается примерно так, скажем, до доведения скорости, ну вот скажем, ну по-разному считают, до 0,95, как обычно, процентов, да, то есть до 95% скорости, ну 99% скорости, ну так или иначе, значит, эта скорость здесь известна, так вот она растягивается уже на десятки километров. Вот это пограничный слой. Значит, с микронов будет это так. Если от эфира с Земли сдует, тогда, так сказать, вернемся к этим микронам. Ну, покажи. И это дело находится в полном соответствии с тем, что намерили эти ребята. А намерения следующие. В подвале. Они почти ничего не намерили, но намерили, но совсем мало. На поверхности Земли они намерили порядка 3 километров в секунду. На высоте 250 метров над уровнем моря. Значит, на евклидовых высотах около озера Эри они намерили 3-3,5 километра в секунду. И на горе Маунт Вилсон, высота 1860 метров, они намерили 8-10 километров в секунду. А в Харькове? В Харькове намерили 1600 метров в секунду, ну, на поверхности Земли. Полтора километра. Полтора километра. Вот, значит... Да, значит... В общем, из этого вытекает несколько, так сказать, да, а Микельсон построил фундаментальный дом, значит, немедленно съехал, там же на Маунт Вилсон, немедленно съехал на величину 6 километров в секунду, что прямо указывает на эфир и динамическое сопротивление стен. Он построил фундаментальный дом, он уже богатый человек был благодаря своему нулевому результату, который он, так сказать, якобы не получил ничего. Вот, может быть, щеткой там какие-то дела. Но так или иначе, вот он построил фундаментальный дом с подвалом, которым опускался интерферометр, потом поднимался там и все такое. Вот. И там получил меньшую величину. Что говорит о том, что эфир динамическим сопротивлением вообще-то пренебрегает нельзя. Те умники, которые, значит, Иллингворт, Кеннеди, Пикари стоят, которые проводили эксперименты и ничего не получили, они сделали маленький интерферометр, я об этом рассказывал. Запаковали его в металлический ящик, значит, и там пытались что-то в нем подглядеть. Заполнили его гелием, что означает, что они его запаковали уже всерьез, потому что гелий течет в любую щель. Вот, и, значит, они пытались там что-то получить. Пикар сострил, что эфирный ветер есть, может быть, где-нибудь в другом месте, но над Брюсселем его нет. Вот, значит, ну и, короче говоря, никому не пришло в голову, что они сделали грубейшие инструментальные, допустили ошибки. Это все равно, как ставить вот здесь анемометр, смотреть на него и доказывать, что на улице ветра нет. Вот они примерно таким же образом начали поступить здесь. Поэтому в расчет это не ведется. Таунс, вообще лауреат Нобелевской премии, проявил абсолютную безграмотность, пытаясь измерить доплеровский эффект на взаимно неподвижных там, источника и приемника колебаний. Просто удивительно. Но я думаю, что ему подсунули, он подмахнул, а теперь его имя пошло гулять. Вот, значит, это самое, этот опыт опубликован большой сервисной энциклопедии, и, в общем, он абсолютно безграмотен. А все остальное дальше вот то, что я рассказал. А что-то вытекает следующее. Что, вообще говоря, так, прикидка показывает, что эфирный ветер, который здесь дает сегодня, вот здесь, он не составляет 300 или 400 километров в секунду. Как, значит, об этом многие думают. На том основании, что мы имеем там некоторое смещение анизотерпии в направлении созвездия Льва. Причины там этой анизотерпии совершенно другие, совсем не доплеровские. Вот, значит, о них можно рассказать отдельно. Вот я думаю, что 50-60 километров в секунду эфирный ветер, это и есть примерно та величина, которая, скорости эфирного ветра, которая нас обдувает, вот, нашу макушку. Почти с северного полюса, 24 градуса от полюса Земли. То, что это галактическое направление, установлено Миллером, ну, я считаю, очень добросовестно. Вот. Там есть небольшой конус ошибок, но они все, так сказать, в небольших пределах лежат. Что из этого вытекает? Из этого вытекает следующее. Если вы понимаете, какая штука, получается так, что Земля, если расчеты верны, ну, они наверняка наварные, но величину погрешности сейчас установить невозможно. Но если, допустим, она действительно раскололась 3,75 миллиарда лет тому назад, образовалась Земля где-то 5,5 миллиарда лет тому назад, или 6.
то 1,5 миллиарда лет назад она топала вот здесь. Вот здесь. То есть 1,5 миллиарда лет. А потом вот оставшиеся время она протопала вот здесь. Сейчас мы находимся где-то вот тут. То есть Земля вот здесь стала раскалываться. Вот в этом вот месте. Значит, она продолжала пухнуть, значит, вот наконец, значит, раскололась. И в это время эфирный ветер начал менять свое направление. Вот в этом же самом районе. То есть он шел вот так, вот так, вот так, потом ушел куда? Вот здесь. Значит, мы шли вот там, как там показано в том рисунке. А здесь, значит, эфирный ветер стал менять направление. А фигура-то не установилась. И вот когда стала фигура, значит, а Земля продолжает пухнуть. Атмосфера, не только атмосфера, а, значит, вода стала выделяться, как нам тут геологи объясняли, из каменных пород. Вот откуда взялась атмосфера, тоже толком не атмосфера, а вода. И вода, и атмосфера, значит, толком они не знают, но догадываются, предполагают, это все гипотеза. Что стало получаться? Вот Земля. Вот здесь и северный полюс. Ну, так, не так. Вот так дует северный ветер. А вот так северный, а вот здесь северный полюс. Значит, северный ветер. Для него Земля представляет собой очень серьезное сопротивление. Эфир вовсе не всеведущий, то есть он стал с одной стороны всеведущий, всепроникающий. Но как всякий реальный вязкий сжимаемый газ, вязкий газ, он, значит, испытывает сопротивление. Скажем, металлы для него, почти, как эфирного потока, почти что вообще непроницаемы по причине наличия значит, поверхности Ферми. Значит, изоляторы проницаемы, но вообще говоря, в разной степени. И все это, так сказать, как всякое реальное дело, ну, это как решето. Но воздух, хотя имеет молекулы маленькие-маленькие, а если поставлено решето, он будет тормозиться. Понимаете, и сопротивление. Хорошо. Поэтому оно здесь тормозится. И вот здесь в результате возникает избыток давления. Вот это вот. Ну, вот так что по шее можно сказать. Избыток давления. А дальше потоки обходят вот так. И мы здесь имеем градиентные скорости. В соответствии с пограничным условием, все как положено. Значит, вот здесь побольше скорости, здесь поменьше. И вот как во всяком градиенте, мы здесь имеем падение давления. Падение давления. Дальше идем как-то вот сюда. Вот в соответствии с теорией пограничного слоя Шлиссинга, и поскольку это многократно подтверждено экспериментами. И вот здесь образуется присоединенный ветер. Староидальный, который, так, нехорошо, ну, да, как-то с очень у меня не очень получилось, ну, ладно, пока, простите, мысленно проэкстраполировали. Да. Вот эфир, староидальный эфирный вихрь образуется. Староидальный эфирный вихрь, присоединенный, эфирный вихрь, который крутится вот так. Вот да, так. Да, направление. Вот так, здесь вот так, здесь вот так. То же самое здесь вот так. Значит, здесь вот так, и здесь вот так. Вот он вот так крутится. И он занимает, по всей видимости, несколько десятков километров в диаметре. Ну, под сотен вряд ли, а вот десятки километров наверняка. И он захватывает с собой воздух. Мне не удалось найти пока, может быть, кто-нибудь, так сказать, найдет и подскажет. Американцы где-то в районе Антарктиды запустили шар-зонд. И он пошел описывать вот такие спирали огромные. Ну, они, так сказать, просидели за ним. Я думаю, что этих экспериментов они могли проделать даже немного. Но, короче говоря, вот он и пошел как раз вот тут гулять. Тогда что получается? Поскольку эфир здесь, а всякий вихрь, он уже и сжат. И поэтому вязкость в нем, так сказать, будет уже несколько другая, повыше чуть-чуть. Но это получается так, что он обязательно захватит и атмосферу следом. И атмосфера то же самое будет крутиться таким же способом. Что она будет делать? Ну, представьте себе, что вот отсюда воздух спускается сюда непрерывно. Вот он сюда спускается непрерывно. Он вышел с больших высот, а там холодно, понимаете?
Считается, что на высоте 11 километров уже мы по всему земному шару мы имеем минус 55 градусов. Дальше там различные вещи, но принципиально, значит, космос, он вообще холодный, он еще холоднее. Значит, вот атмосфера светлых 50 километров, да? Высот спускается сюда непрерывно. Точно. Что она должна делать здесь? Она должна здесь создать избыточное давление, антициклон. Докладываю, в Антарктиде всегда стоит устойчивый антициклон. Всегда. Воздух спускается сюда из больших высот. Он, значит, холодный. Докладываю, что здесь температура достигает минус 80 или даже более градусов, в то время как на севере средняя там величина, ну, минус 40, скажем, минус 45 градусов, то здесь на несколько десятков градусов всегда холоднее, чем вот здесь. Далее. Что сделает воздух, когда он находится вот здесь? Он нагревается и набирает влагу из океана. А дальше куда он ее девает? Он ее тащит наверх и через верх выбрасывает сюда. Здесь почти все время идет снег. И на ледовой наращивается. Снежная масса лед утрамбовывается. Под воздействием этого дела материк все время протекает, течет. И то, что вылезло наружу из Антарктиды, значит, откалывается в виде айсбергов, которые пошли гулять по всему миру. И даже, говорят, где-то там на них наткнулся Титаник. Хотя есть и другие версии. Вот. И даже есть способ добывания пресной воды путем транспортировки айсбергов, например, в Африку. Идея способа. Способа пока нет. Способа нет. Поэтому мы получаем здесь вот такую замечательную картину. А что здесь? А здесь следующее. Пониженное давление, земля-то раскололась и продолжает раскалываться. Пониженное давление заставит сюда подниматься все материки. Это заставит подниматься сюда воду. И земля, как говорится, с ней бежит и приобретет ту самую форму груши, на которой все и удивляются. Откуда она взялась? Вот она откуда взялась. Это, конечно, можно говорить о том, какой порядок сил здесь и как чего. Но ведь и время порядков. Время хорошее. Миллиарды лет все-таки. Значит, поэтому это все подлежит, конечно, расчету. Расчеты непростые, но тем не менее это можно. Значит, вот мы с вами и имеем в результате всех этих замечательных деяний, мы имеем два механизма формирования фигуры Земли. Первый механизм связан с непрерывным поглощением эфира, значит, всеми протонами Земли. Протоны в результате этого дела пухнут. Возможно, что они образуют новое вещество, но механизмы этого мы пока не знаем. Вихри могут делиться. Протоны могут делиться. Но делятся ли, это неизвестно. Я говорю, что вот газовая динамика, которая здесь, так сказать, представлена всеми крайними случаями, от сверхразряженной до сверхуплотненной, ну все промежуточные стадии здесь есть, она, конечно, сейчас находится не в том положении, чтобы можно было твердо утверждать, так сказать, вот все, так сказать, вот эти вещи. Все это много находится на уровне гипотез. Но тем не менее. Значит, вот мы имеем объяснение, почему Земля пухнет, раскалывается. Мы имеем тем самым первичную природу всех землетрясений, поскольку все эти напряжения непрерывно копятся там и так далее. Я в прошлый раз рассказывал еще, и в следующий раз буду тоже об этом говорить, значит, о геопатогенных зонах, поскольку все это сочится. О, значит, том, как, откуда кометы здесь появляются, каким образом, там и так далее. И, значит, мы вот имеем вот такую единую функциональную, вообще говоря, довольно такую стройную картину. Это один механизм. И второй механизм – это обдув Земли эфирным ветром. Обдув Земли эфирным ветром, который нам объясняет, так сказать, внешние проявления структуры Земли, ее грушевидность. Значит, то, что у нас сосредоточены материки в основном в северной части, значит, происхождение Антарктиды, почему вот здесь образовался ледовитый океан, давление большое, материки сюда уже зайти не могут, им препятствует это давление. И таким образом, значит, некоторое благоухание от всего этого дела проистекает. Вот то основное, что я сегодня хотел вам доложить. Потому что если у нас останется время, я вам расскажу там чуть-чуть дальше. Давайте вопрос. Thank you.
совпадает ли магнитные поля Земли с направлением потока вещества? Нет, понимаешь, история. Тут вот какая штука. Да, я об этом не рассказывал. Но принципиально возрождается гипотеза о том, что не благодаря этому магнитное поле Земли создано. Но была такая идея, замечена, что все вращающиеся небесные тела имеют магнитное поле. Но были такие эксперименты поставлены. Был взят золотой шар. Я так плохо представляю себе размер этого золотого шара. Его ж не поднимешь. Вот, его закрутили, золотой шар, я забыл, чьи это эксперименты. И, значит, смотрели, как меняется от этого магнитное поле. И обнаружили, что не меняется никак. Его крутили с хорошей скоростью, золотой шар брали потому, что у него максимальная удельная масса. Вот, и надеялись свести таким образом концы, значит, вот, сопоставить с вращением небесной силы. Не получилось. Но была допущена одна принципиальная ошибка. Значит, дело следующее, что я бы все-таки здесь, и у меня там в книжке есть такая глава, не глава, а параграф, предположение, что магнитное поле Земли является следствием кориолисовых ускорений в результате поглощения Землей не обдува эфирным ветром, а поглощения эфира Землей. Тогда возникают кориолисовые соответствующие силы, вихревые потоки там и так далее, которые мы принимаем за магнитное поле. Если в Земле в самом деле, и происходит это по поверхности, по всей поверхности, но если мы имеем в центре Земли действительно железное ядро, тогда вот эти потоки, хочешь не хочешь, замкнутся через ядро, потому что там наименьшее сопротивление будет, и то все упадет. То есть вывесленная сила как бы вот это, а значит дальше там. Но, значит, когда я просчитал все это хозяйство вот для всех планет, то получил очень приличное совпадение для всех планет, кроме Марса. А про Марс там, про магнитное поле ничего не известно. Ну просто, я не понимаю почему. Значит, нет данных по Марсу, какое там магнитное поле. То есть получается из этой штуки, что магнитное поле должно быть. Ну вот. А данных почему-то нет. Вот у Юпитера есть, там, где, я не знаю, может быть, я не нашел. А может быть здесь есть какая-то особенность, потому что, вы понимаете, факт есть факт. Если нет магнитного поля, значит, так сказать, что-то в гипотезе неправильно. Но по всем остальным планетам очень, так сказать, приличное получилось совпадение, очень неплохо. Вот. Поэтому вот эта сторона. Да, я забыл здесь сказать, что здесь вот эта штука, вот этот двигатель, еще создает кориолисовые силы. И отсюда сразу становится понятно, откуда берется западное направление ветров. Оно здесь постоянно дует. Откуда берутся ревущие сороковые? Потому что вот эта штука устраивает здесь, вот в этих местах, устраивает здесь, так сказать, это самое, в общем, действительно серьезное волнение. И именно здесь никаких ревущих сороковых нет, здесь они есть только. В южном полушарии. Поэтому, значит, да, теперь вот, когда говорят так, что, значит, у меня возникли всякие сомнения относительно достоверности некоторых геологических данных на этой основе. Дело в том, что нам геологи рассказывают интересную историю о том, что Земля неоднократно меняла направление магнитных полюсов. Не получается это дело. Понимаете, тогда хотелось бы знать, вообще я должен сказать, что очень много моментов, вот с чем я сталкиваюсь, которые требуют перепроверки. На каком основании выдвигается то или иное положение? Потому что, значит, вот кто был в Новороссийске, тот, наверное, видел, когда вот едешь по этому самому серпантину, там по бокам, значит, вот породы, вот так, вот такими слоями они лежат, вот так. Но они лежат вот почти вертикально. Значит, спрашивается, что? Что-то там происходило, понимаете, они же все были осадочные, они все были горизонтальные. А потом они стали вот так. Ну, градусов относительно Земли под 70, скажем. Понимаете, вот такие, вот так они лежат. Значит, были какие-то серьезные местные катаклизмы. На каком основании? А геологи, я так понимаю, так, что они все-таки смотрят не весь земной шар сразу. Они смотрят в основном какие-то местные дела. И вот на основании этих местных дел они увидели, что там какие-то там, так сказать, есть изменения. Но так это же все-таки местные дела. То есть в какой степени? Ведь понимаете, в геологии, вот мы в двух местах имеем, вот я когда писал этот учебник, обратил внимание, вот по, значит, концепции современной системы, что
Вообще говоря, ну, медицина, конечно, еще. Но в двух местах были наиболее грандиозные свалки по концепции. Это в геологии и в космологии. И мне совершенно понятно, почему. Геология — это глубоко-глубоко. Что там делать, и черт знает. Не достать, не проверить. А концепция выдвигается. И начинается свалка. Значит, этих самых нептунистов и вулканистов. Униформистов и... Ну, забыл, там они у меня все перечислены. Ну, свалки жуткие, понимаете, страшные девушки. И у космологов, понимаете. Кто такие, это вот ньютонианская, то есть это самая коперниковская, скажем, там, и там Птолемеевская система. Это же космология, да? Там и инквизиция даже интересовалась этим вопросом. Ну вот. А сегодня у нас что творится? А сегодня, в общем, только все то же самое, только без инквизиции. Ну, просто эпоха другая. Просто инквизиция другая. Ну, инквизиция другая. Нет, ну, понимаете, история. Меня уже вряд ли сожгут. Там, в первом случае, там где-нибудь пристрелят. Понимаете? Но женщину уже никто не потащит. Понимаете? Это тащит. Значит, это самое... То есть, там, где проверить нельзя. Вот они, наши космологи утверждают, что пространство искривлено. Но замерить этого нельзя. Понимаете? Ну, замечательно. Ну, вот. Ну, и так далее. И так далее. Значит... Поэтому мне представляется, что и вот эти данные геологов, то есть во всех этих делах, когда что-то жестко утверждается, но находится в противоречии с общей системой, это не означает, что система правильная и там у них все неправильно. Нет. Но это означает, что это надо проверить и посмотреть, на каком основании сделаны те или иные заключения. То, что магнитный полюс гуляет, это несомненно. Но он гуляет, между прочим, так-то не в очень больших пределах. Потому что нету причины у Земли, и говорят, вот Земля возьмет и перевернется, там, понимаете, еще что-то. Я не вижу физических причин под это дело. Понимаете, Кристоф? Не вижу. Идет более-менее монотонный процесс, в котором есть свои трудности, свои, так сказать, местные бульканье, там, ну, все есть. Но не в такой степени, чтобы, предположим, это самое, вот, скажем, Солнце завтра погасло. Да нет причин для этого. Или Земля вот завтра возьмет, перевернется, и поэтому, значит, вот она поедет боком с этого момента. И у нас на севере, там, понимаете, пальмы цветут, а американцы говорят, так и замерзнут, так им и надо. Понимаете? Нету, не вижу. А вот такие вещи, которые могут реально повлиять, скажем, какой большой парад планет, который 5 мая прошлого года состоялся, и на основании чего даже нам конец света предполагался, но он очередной раз не состоялся, они как-то во внимание не принимаются, хотя они, безусловно, создают приливные течения Солнца, повышенную активность, Чижевский этим занимался и так далее. Этим надо заниматься, это надо изучать. Ну, я так немножко просто. Спросили о направлении магнитного поля. Нет, направление магнитного поля, я еще раз говорю, что значит, оно, как гипотеза, может быть связано с вращением Земли при поглощении ею, потому что корреляционные силы возникают, они должны создавать, так сказать, соответствующие потоки и все такое. Она не могут замыкать, это же все гипотеза. Поэтому, то есть, некоторые вещи можно утверждать, как уже, так сказать, строго известные. А некоторые вещи, значит, носят гипотетический характер. А кто у нас знает, от чего магнитное поле вообще произошло? Есть теория магнитов гидродинамо. Она находится, вообще говоря, в противоречии с известными установками электромеханики. Ну вот. Но гипотеза есть гипотеза. Ну, выходит в противоречие. Я знаю это дело. Как я сам электромеханик. Понимаете? Значит, могу задать вопросы этим самым товарищам, которые вызывают это дело. Ну вот, поэтому у них тоже гипотеза. Надо не забывать один простой общий момент, что любой конкретный факт может под собой иметь бесчисленное множество объяснений. Принципиально. И поэтому, понимаете, когда начинают с пены у рта доказывать, а вот пульсар — это вращающаяся нейтронная звезда. У нее, значит, торчит фонарь, и вот этим фонарем она нас осчастливливает 30 раз в секунду. Вы представляете, сколько скорости надо вертеть эту штуку, чтобы она 30 раз в секунду настыкала этим самым лучом? Звезда. Искусственно. Гипотеза. Вообще книжка написана. Это есть вещи на каждом шагу. Вообще мы находимся, конечно, в очень интересном... Я почему хочу вот на этом самом вот апрельском, не знаю, как удастся все делать, конференции, поднять вопрос о восстановлении материализма в науке. Лучше реализма. А? Лучше реализма. Нет, материализм. Диалектическая материя. Хорошая штука. Понимаете, значит, она логична. Я со всех сторон прихожу именно к тем же самым положениям. Ну, с другого бога. Вот, по-моему, это правильно. Потому что у нас наука глубоко идеалистична. Глубоко идеалистична.
И начинается все эти дальше стенания, что давайте объединим науку с религией. Кто говорит? Наши академики. Понимаете? Ну, замечательные ребята. Ну вот поэтому это весь бардак, это надо кончать вообще, что говорю. Потому что иначе никуда мы не сдвинемся. Да, было пора. Да. Вот начнем помаленьку. Так, давайте вопрос еще. Да. Ячеистое строение Вселенной, чем вы объясните? Открыто недавно. Крупные ячеистые. Крупномасштабные. Ну, я бы сказал, что это примерно из той же оперы. Хотел бы понять, что под этим делом подразумевается. Значит, вот то, что я хотел, ну, вот я сегодня немножко, может быть, расскажу, как раз, это не совсем ячеистое, но как на основании, так сказать, ну, опытных данных вроде бы, значит, устроена наша Вселенная. Да. Ну, принципиально это, как говорится, с позиции ферродинамики нет проблем. Но это чуть немножко позже. Но что касается ячеистой, именно ячеистой, то надо понять, что под этим имелось в виду, на какие данные опираются, и какая доля фантазии там присутствует. И с такой меркой надо подходить вообще говоря ко всему. Потому что, к сожалению, фантазия бродит у нас невероятно, в любом количестве. Значит, ведь идеализм заключается не только в том, что у нас принята методология постулатов. Значит, постулат. Вот здесь у меня книжки нет, значит, надо будет подвести ее, материализм и релятивизм. Значит, специальная теория относительности базируется на 5 постулатах. Общая теория относительности берет эти 5 постулатов, добавляет еще 5 постулатов. Квантовая механика добавляет к этому еще 9 постулатов. А общее количество постулатов уже давно перевалило за сотню, если это по сусекам поскрести. Это что за наука, которая сплошь, это постулаты, это постулаты, это постулаты. Вот. Что это вообще за наука? Ну вот, но есть и другие вещи. Поскольку утыкаются в противоречия, то дальше наши славные, и особенно в моду с эпохой, начинают рассказывать о том, что давайте объединимся с религией, потому что не может быть мир так устроен, если никто его так разумно не устроил. Должен же был кто-то, кто его так разумно устроил, да? Это же почти официальная точка зрения сейчас. Понимаете? Значит, наши академики, а уж про правителей говорить нечего, но не нынешние, а предыдущие. Значит, ходили в церковь, там все такое, это, так сказать, бывшие коммуняки, там еще такое. Понимаете, держат свечку, как стакан с водкой. Так ну, и нынешний ходит. Ну, пропущен я это дело пока не знаю. Ну как, я видел, конечно. Ну, так, значит, стоит такой, такой вот. Понятно. Понимаете, какая история? Нельзя все это дело. Но это не единственный вид идеализма. Есть идеализм поинтереснее. Ну вот, вот у нас мы считаем мир материальным. А зачем? Давайте откажемся от материи. Одна точка зрения. Вторая точка зрения. Давайте откажемся от движения. Третья точка зрения. Ну, пространство. Это мы выдумали. Давайте, почему это пространство трехмерное? А если оно четырехмерное? А если оно пятимерное? А вот двумерец пополз, там понимаете, и так далее. Это все разновидности идеализма. Понимаете? Значит, это самое, да, это все разновидности идеализма. Причем все в угоду каких-нибудь там сиюсекундным, сиюминутным конъюнктурам, там, понимаете, там, общим веянием, там еще что-нибудь, там и так далее. Значит, вот эфиродинамика позволяет решение техническое найти, инженерные решения. И на этом основании, конечно, нам нужно вернуться к методологии, о том, что такое методология. И, в общем, так называемый воинствующий материализм выходит на сцену. Ну, насчет ячейства устроения, вы же говорили, что тероидальные вихри большие. Володя, если мы что-нибудь во Вселенной тему говорить, тогда... Ну, хоть два слова человеку скажи. Ну, два слова, значит, что тероидальная структура действительно просматривается иерархического уровня. Так, давайте еще вопрос. Пожалуйста. Вот можно узнать еще тогда, если такие силы действуют на Землю, на остальные планеты тоже так же действуют? Та же самая форма? Я же сказал, что 400 метров для определения формы разницы на фоне, скажем, даже радиуса Земли 6300, это определить трудно. Поэтому я не знаю, что. Понимаете, скажем, допустим, вот у Юпитера есть более такие интересные вещи, там красный пятно, да? Гуляет, вращается, все такое. Никто не знает, что это. Скажем, Меркурий, да, или Венера, сплошь закрыта облаками, определи там ее форму, ну и так далее. То есть здесь есть чисто такие наблюдательные трудности, инструментальные, но принципиально, наверное. Звездный? Оборот полный относительно. Это я не знаю, я не могу сказать. Понимаешь, какая история? Там, значит, есть проблема с прецессией, есть проблема с нутацией. Значит, но, к сожалению, понимаете, какая штука, и вроде это опирается на некие экспериментальные данные,
Значит, я ничего не могу сказать на эту тему. Потому что этим вопросом не занимался. Было бы опять сесть нужно сначала. Понимаете, какая история? Во всех этих делах в первую очередь задается вопрос, есть ли, был ли мальчик. Понимаете? Была ли кошка, которую мы ловим в этой самой темной комнате. Потому что это совершенно не очевидно все. Понимаете? Ну, давайте встретимся через 26 тысяч лет, посмотрим. Понимаете? Потому что откуда все это дело берется? На каком основании? Это же все очень долго, длинные периоды. Надо же понять тогда, у меня нет никакого возражения против них. То есть, наверное, они существуют, наверное, это дело. Но первое, надо убедиться в том, что это да, так. А второе, поискать физические причины, которые обусловливают это дело. Ну, например, одна из причин может быть такое дело, что, скажем, вот планеты, даже так я слышал, что тоже раз в 26 тысяч лет, выстраиваются в большой, так сказать, это самое, вот по одной линии, вот то, что было 5 мая. Нам повезло, что, значит, вот это произошло вот сейчас. Но предыдущий раз там был когда-то. Является ли это причиной для того, чтобы вот все эти предстоящие нотации были? Не знаю. Но принципиально вот оно, вот такая причина должна быть исследована. Они могут рукава вот так крутиться? Слушай, Володя, все может быть. Все может быть. Ведь вы поймите простую идею. Как фейерверки вот в этом. Да я не хочу. Понимаете, Кристоль? Ведь у нас спиральные рукава тоже не имеют вот такой гладенькой структуры. Они же не имеют такой гладкой структуры. Значит, на самом деле там есть даже спиральные галактики, делится там, значит, спиральные галактики обозначают буквой S, а дальше начинается A, B, C. Это степень клочковатости этих самых галактик. Значит, есть причины к тому, чтобы эти клочки стали. Ну, например, скажем, допустим, прекратился вот этот поток, они начали расползаться. Ну вот, они начали расползаться. Понимаете? То есть, вот эта картина, так называемая, во-первых, это все гипотетическая картина, а во-вторых, это картина первого приближения. Первого приближения. Потому что наверняка этим не исчерпывается все многообразие движений здесь, и этим надо всем заниматься. Я все время, значит, обращаю внимание на то, что эфиродинамика в том виде, в каком она сейчас уже создана, можно сказать, что она создана, но все-таки 40 лет, и она создана, и книжки написаны там, и все такое. Это первый самый мелкий робкий шаг в этом направлении. И, значит, так сказать, в этом направлении надо, вот в любую область возьмите, непаханное поле. Ведь это процесс, который искусственно затормозили нам наши дорогие релятивисты. Понимаете, он же этот процесс шел. Менделеев на него наткнулся в свое время. И вот и нулевую строку у себя написал эфир. Книжка у меня лежит Менделеева об эфире. Понимаете? А потом все это дело взяли и выбросили. Это искусственный был сон процесс. С какой целью, как, чего, это другой вопрос. Ну вот, и была ли цель при этом. Ну вот. Поэтому не на все вопросы мы можем ответить. Далеко. Владимир Акимович, да? Тогда еще вопрос к прошлому, к тому, что было уже. Да. Опишите Амер, вот как вы его представляете? Я представляю его совершенно просто элементарно. Поскольку мы вводим его впервые в рассмотрение, ну, не мы, конечно, Демокрит его вел. И до него кто-то. Но принципиально на сегодняшний день мы должны ему придать максимальную простоту, только то, что необходимо нам для объяснения, помня, что это положение временное. Значит, это сегодня стальной шарик. Абсолютно упругий. Абсолютно неизменный, который бегает как молекулы, совдаряясь с такими же амерами. Значит, параметры его определены вот в этом, вот в этом плане. На самом деле, он не абсолютно упругий. Он имеет сложное строение. Может быть. Нет, не может быть, а он обязательно имеет сложное строение. Вот. И значит, этим самым мы можем заниматься, так сказать, когда-нибудь дальше, после того, как мы разберемся вот с эфиром на этом уровне. Тогда, и, значит, ставим. Размеры его вы определили. Размеры определены. Значит, я же еще раз говорю, что, понимаете, главное, что удалось здесь доказать в этом вопросе, это правомерность использования газовой механики применительно вот к этому делу. Вот что. А тогда мы сразу получили в руки весь аппарат газовой механики, который весь сплошное решето и дырки, но тем не менее из него много чего можно взять. Там много чего не решено. Не решено взаимодействие потоков, значит, у них нет векторного расположения. Вот у вас дует поток так, дует поток вот так, и они вот здесь будет так. Не будет. Понимаете, что не будет. Вот в воздухе будет, а здесь не будет. Почему? Разрежение большое. Мы не знаем взаимодействие винтовых потоков. Что между ними тогда в таком случае, между ами? Вот, я же, а ты говоришь. Эфир 2. Может быть. Может быть. Понимаете, есть такое общее положение
Ну вот того самого моего любимого диалектического материализма. А может быть, какой ничего. Бы вы минимальный объем не взяли? Он всегда будет меньше. Нет, не берете. То в нем всегда должна быть материя. Природа нам ничего не должна, Владимир Акимович. Я еще раз говорю. Тогда иначе пространство не определится. Вот так вот. Тогда мы имеем иерархию вглубь бесконечно. Вот с этого начинать надо было. Как мало чего еще надо было начинать. Вот вы и начинаете. Нет, так Владимир Акимович с этого и начинал. Можно себе сфантазировать такую вещь, допустим, вот представляете, допустим, мир — это огромный компьютер, в нем, в этом компьютере, который там реализован на каких-то материальных вещах, существуют функции, которые между собой взаимодействуют, вот, и они образуют мир. И, предположим, так сказать, в этом мире какой-то клубок функций, скажем, там, человек или еще кто-то, они начали, так сказать, это думать и делить вот свое пространство, скажем так, виртуальное пространство вот этого, вот этих функций, и пытаться углубиться вдаль. Смогут ли они почувствовать транзистор? Такое впечатление, что нет. Здесь в самом начале есть определенная и достаточно жесткая методология. Главным вопросом во всей этой концепции является так называемая инвариантность основных физических категорий, которые не выдумываются, как это сделал Эйнштейн и Минковский, скажем. Они находятся по причине наличества. Ими оказалась материя, пространство, время и их совокупное движение. Эта логика, значит, дальше начинает разворачиваться. Что поскольку они первичны, то есть они всеобщие, они тем самым и первичны. Они аргументальны, они бесконечно дробимы, они бесконечно, так сказать, в обе стороны, там и так далее, и тому подобное. Отсюда вытекает, что кроме евклидового пространства нет ничего на свете, других пространств. Кроме времени, так сказать, вот равномерно, текущей, как всеобщей меры причин следственных взаимодействий, тоже ничего другого нет, что они неуничтожимы, материи там и прочее, прочее. Вот эта логика, которая показывает иерархически, что на всех уровнях организации материи действуют одни и те же физические законы, числа разные, а параметры, значения численных величин разные, а законы одни и те же. И это означает, что вот та же логика, которая нас приводит от элементарных частиц к газоподобному эфиру, она, эта же логика, другой не видно, приводит нас от эфира 1 к эфиру 2, там и так далее, и тому подобное. Значит, и мы возвращаемся к формуле Энгельса о том, что в мире нет ничего, кроме движущейся материи. И поэтому ни о каком компьютере, который чем-то управляет. Вот я не знаю, знаете ли вы или не знаете, есть такая концепция мертвой воды. Может быть, слышал кто-нибудь. Это носится с ней питерцы, ленинградцы, там Петров некий, которого мы специально к себе в Жуковский на горком приглашали. И он полтора часа молол такое, что просто стыдно было за него. Он в основном рассказывал, как его преследовали и какую форму ему генеральскую не давали бить. Но там, понимаете, там есть такой предиктор, который всем управляет. Но нету этого в мире, нету. Самодвижение материи – самодвижение. Вполне достаточно для того, чтобы объяснить абсолютно все явления физические. Но не социальные. Социальные, на социальные накладывается другая сторона. Там производственные отношения, там и прочее. Это другой вопрос. А физически нет такого явления, которое с помощью эфиродинамики принципиально нельзя было бы, так сказать, объяснить. Это другая сторона. И поэтому никакого компьютера, никаких этих объяснений, мне лично, так сказать, вот для того, чтобы все это строить, ну просто не нужно. Что еще ждать, что кто-то как где-то, и вот, а все-таки вот, что такое транзистор, который мы не можем обнаружить? Это ваш Господь Бог. А, да. Вот это и есть борьба материализма и идеализма.